Имя Эйоны Сексти стало широко известным после ее участия в сериале «Оттепель», где она сыграла ключевую роль 43-летней. Актриса делится своими творческими достижениями и планами с подписчиками в социальных сетях. Ее семейная жизнь прошла через разные этапы. Первый брак с актером Максимом Матвеевым уже через год после свадьбы завершился разводом. Напомним, что он ушел к Елизавете Боярской, женился на ней и стал дважды отцом. Однако, несмотря на это, Яна и Максим остались в хороших отношениях, так как они вместе играют в театре и сотрудничают в благотворительном фонде. Пережив предательство мужа, позже Яна встретила свою вторую половинку в лице Дмитрия Марина, который известен как композитор и музыкант. Они познакомились в театре, и их отношения быстро переросли в семью. В 2013-м они стали семьей, ради жены Дмитрий переехал из Канады в Москву, а уже в 2014-м пара стала родителями. У себя в микроблоге артистка недавно показала дочь Анну, поводом послужило ее 8-летие. Дочь Сексти, увлеченная творчеством, пошла по стопам мамы. 8-летняя Аня проявляет актерский талант, уже играет вместе со знаменитой мамой в совместных спектаклях. На личной странице звезды также можно увидеть ее фотографии с родительницей. Актриса всегда сопровождает снимки с мамой теплыми словами. К тому же Яна рассказывала, что она родилась в Риге, воспитывалась в многодетной семье. И в основном воспитанием ее семье трех дочерей занималась ее мама, пока папа моряк был в дальнем плавании. Поклонники, увидев редкие фотографии Сексти с матерью, не перестают удивляться их сходству, а под снимками Яны с дочерью и мамы всегда можно прочесть в комментариях, что женщины из разных поколений удивительно похожи, как трое из ларца, одинаковых с лица. А вам нравится эта артистка? Пишите свои мысли в комментариях.